тут. Так, нарисуем губы, нос. Так, о, теперь посмотрим, что у меня получилось. Ой, ой, ох, какая страшная кукла получилась. Ну ладно, сейчас я шляпу принесу, может, она тебя немножко приукрасит. Так, где тут? Та-та-та-та-та-та, а вот и я, всем добрый вечер. Ой, а ты кто такой? Ты что тут делаешь? А ну-ка, уходи отсюда, а то я тебя сейчас... Ой-ой-ой, чудо-юдо, схватить меня хочет. Спасайся, кто может, а? Та-та-та-та. Так, сейчас... Супок! Ой! Шуня, привет, что случилось? Супок, прячься скорее, тут такое, к нам чудовище забралось. Какое чудище? Где оно? Да вот же перед тобой. Это, ой, Шунечка, да это же воздушный шарик. Я из него куклу сделал. Только я хотел, чтобы она была смешной и веселой. А получилось вон какая. Ой, все равно страшно. Да не бойся. Сейчас мы на нее шляпу наденем, вот, и будь веселей. Ой, нет, все равно боюсь. Ой, Шунечка, а тетушка Матильда говорит, что страх нужно уметь побеждать. Побеждать? Ну да. Но это трудно, Зубочек. Да не бойся, мы же вместе. Что такое? Вот. Кто кого боится? Здравствуйте, друзья. Антон, здравствуй. Здравствуй, Антон. Я вот испугалась вон его. О, это еще что за чудо-юдо? Да я хотел куклу смешную сделать, а получилось совсем наоборот. Ха, ну это дело поправимое. Сейчас мы из него сделаем веселого клоуна. Как? Очень просто. А победить страх совсем непросто. Но все же одно верное средство есть. Да? Какое? А вот послушайте. Как-то раз теплым весенним деньком, когда зайчишка сидел под кустиком и, как всегда, дрожал от страха, ему вдруг стало очень грустно. Надо же, подумал он, все прыгают, играют, веселятся, и только я сижу и прислушиваюсь к каждому шороху. Что же мне делать, если даже лягушки храбрее меня? Вон как они поют свои веселые песенки. Солнце смотрит с высоты. Радуй солнышку цветы. Ква-ква. И деревья, и кусты. Радуй солнцу я и ты. Ква-ква. Привет, зайчишка. Ой, ай, это вы мне? Тебе, тебе, а то ква-ква уже. Здравствуйте, лягушка. Давай дружить. Давай, а как? Сейчас мы с тобой игру придумаем. Ты прыгать любишь? Очень люблю. Только я отсюда уйти не могу. Почему? Потому что боюсь. Вдруг меня кто-нибудь схватит. Какой ты смешной. Смотри, я еще меньше тебя. А не боюсь гулять одна. Ну? Если ты такой трусишка, то оставайся тут, а я побегу, посмотрю, что еще новенького сегодня в нашем лесу появилось. Ква-ква. Какая храбрая! О, а вдруг она права? Вдруг я так и останусь трусишкой? Вдруг об этом все узнают и будут надо мной смеяться? Не волнуйся, дружище. Иногда даже мы, большие и мудрые птицы, прячемся, когда нам грозит опасность. Но все-таки нужно поступать так, чтобы твой страх тебе не помешал. Но как же это сделать, дедушка Филин? Постарайся его победить. У меня не получится. Мой страх сам меня всегда побеждает. Наверное, потому что я еще маленький и слабый. Угу. Знаешь, малыш, чтобы бороться со страхом, не надо быть сильным, надо быть добрым и отзывчивым.
счастливо оставаться. А как же это? Почему? Не понимаю. Ну вот, улетел. Что же мне теперь делать? Ой, журавль! Он хочет схватить лягушку. Эй, журавль! А ну-ка, улетай отсюда прочь! Зайчишка, это ты! Спасибо тебе, дружище! Я и не думала, что ты можешь быть таким храбрым! Храбрым? Ну, конечно! Ведь это ты сейчас спас меня от журавля! А так поступить может только настоящий храбрец! Здорово, что у меня такой замечательный друг! Так вот, о чем говорил Филин! Я понял! Дружба может победить страх! И с тех пор больше никто не называл зайчишку трусишкой. Вот такая история. Да, если нужно другу помочь, то и про всякие страхи забудешь. Конечно. Как я рада, что все хорошо закончилось. Ну что же, прощаемся с ребятами. Да. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам доброго, друзья. Ангела-хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением.